депутаты окружного совета от партии «Единая Россия» посетили станции скорой помощи, поздравили медработников округа с их профессиональным праздником. Во время визита на Голицынскую подстанцию председатель совета Татьяна Одинцова пожелала всем работникам скорой помощи крепкого здоровья, успехов и благополучия. Депутаты также обсудили с заведующей обеспечение кадрами и напомнили о мерах соцподдержки.